Привет, ребят. Нужно визитку подготовить к ученику года. Идей много, но выбрать не могу. Поможете? Да мы запросто поможем. Нужно просто показать все твои прекрасные качества. Точно. Мне кажется, что все знают, что учишься ты хорошо. Да что ты, не беспокойся, я помню тебя, ведь ты ведь у меня была первой, первой пятеркой, я буду помнить тебя всю жизнь. Вот знаете, здесь как раз к месту танец, мы у всех классов в визитках танцы будут, давайте станцуем, давайте. Никаких танцев, нужно, чтобы все знали, какой Андрей воспитанный и отзывчивый. Да, Андрей, скажи, вот ты можешь, например... Старушку через дорогу перевести. Смогу. Так, стоп, вот этого не надо. Это вчерашний день. Нынешние старушки сами, кого хочешь, через дорогу переведут. А что же тогда делать? Ну, сейчас можно в разных акциях участвовать. Или там гуманитарную помощь оказывать. Я всегда на шаг впереди. Все уже готово. Подарки. Студия. Гуманитарная помощь вечно голодным детям гимназии номер 47. Ну ты щедрый. Ты что, это же дети? Не переживайте, ребята. Помощь для вас обязательно дойдет. Вот знаете, давайте станцуем. Ну вот я считаю, что нужно станцевать. Да давайте. Так, я тут подумала, а еще очень характеризует человека то, как он к животным относится. Я люблю животных. Видите, котенка, хорошие руки. Смотрите, какой маленький, мини. Извини, брат, не могу. У меня уже есть и собака, и черепаха, и курица. Андрей, придется взять. Я знаю, жюри это оценит. Вы ведь любите животных? Ну все, я тогда сама, без вас. То, что я патриот. Я очень люблю свою родину. Уважаю. А какие твои любимые писатели? Лермонтов, Толстой и Пушкин. А любимые цвета? Белый, синий и красный. Автомобиль. Копейка. Ну, тебе верю. Ну и, наконец, расскажем о твоем главном увлечении. Встречайте, Андрей Соколов, неоднократный победитель хоккейных турниров разного уровня, отличный спортсмен и отличный товарищ, достойный претендент на звание ученик года.